Всем привет, с вами Александр Провектор, и перед обзором я хотел бы оповестить зрителей, что ВКонтакте создана официальная группа канала. Вступайте, делитесь мнением и будьте в курсе последних новинок. Ссылку на группу я оставлю в описании видео. Итак, наконец начну обзор. Сегодня у нас на растерзании игра Zombie Raiders. Игра проходит стадию бета, она бесплатная, в ней есть донат, и ссылку на игру я оставлю в описании видео. Итак, что из себя представляет игра? Это выживание в большом постапокалиптическом мире, населенном зомби, так сказать, зомби survival. В режиме прохождения игра требует постоянное интернет-соединение, в режиме обучения интернет не обязателен. Итак, начнем обучение, выбираем туториал. Здесь нас научат, как играть, в общем, основам игры. Берем пистолет. Мочим этих зомби. Взрываем бочку. Слева находится стик, которым ходим. Здесь справа нажимаем, чтобы стрелять. Так, это, я так понимаю, аптечка. Берем ее в рюкзак. Ищем возле машины, мы находим топор. Выбираем топор. То есть два оружия сразу можно носить. Топором разбиваем стену и берем факел. То есть теперь мы можем освещать себе путь в ночи. Забираем аптечки, патроны. Так, открываем эту дверь и выходим. Вот здесь уже стоит персонаж. Окей. Мочим этого зомби. Я так понимаю, это такой босс в обучении. Все. Обучение мы прошли. То есть первым основам игры нас научили. Вот началась одиночная игра. Напоминаю, требуется постоянное интернет-соединение в одиночной игре. Так. В общем, что здесь можно делать? Здесь можно строить стены, различные укрепления. То есть сейчас я нахожусь на своей базе. Например, что нам построить? Ставим такие вот ловушки для зомби. В общем, можно уходить с базы. Мир достаточно огромен. Графика, как видите, вполне приятная. Стоит наш вертолет. Так, собираем дрова. То есть нужно собирать ресурсы. Все, что необходимо для выживания, в общем. Мы встретили зомби. Есть, я его застрелил. Также еще один зомби. Направляем на него пистолет. Есть. Насчет доната. Игровая валюта зарабатывается в игре вполне игровыми путями, но можно также купить за реальные деньги. Вот золото можно покупать и алмазы. То есть играть как бы не мешает. Все можно заработать самому. В общем, всем любителям зомби-тематики и игр на выживание советую поиграть. Ссылку на игру я оставлю в описании видео. Также напомню, что ВКонтакте создана официальная группа канала, ссылку на которую я также оставлю под видео. И если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Александр Провектор.